Сегодня мы продолжаем работу над нашей гирляндой. Сегодня я хочу сделать сразу две карточки, оформить. Будем использовать правила повтора, то есть элементы с прошлых карточек будем повторять. Вот у меня предыдущие карточки. Итак, давайте начнем. Вот у меня еще остались остатки вот этой бумаги, я сразу их приклею. Мне нравится, когда вот эти рваные края немножко выходят за край самой карточки. Так, еще помните, на прошлом видео я закрывала там элементы? Вот у меня остались эти бумажки, я их тоже сегодня приклею. Поставлю пару штампиков. Еще на первом видео разрывала открытку, вот у меня часть осталась. Я думаю тоже ее тут использовать. Может быть как-то вот. Нашла вот такой негатив, скажем так. Сейчас немножко его затонирую. И можно вот сюда вот приклеить. Плюс этой гирлянды в том, что можно использовать вообще все остатки какие-то предыдущих работ. Я думаю сделать, может быть, вот так. Тут приклеить кружево вниз. Сделать... Давайте сейчас все приклеим. Так, продолжим. Сейчас я хочу сюда вот приклеить эту елочку. Но предварительно вот сюда приклею еще снежинку. Я сделала вот тут дырочки. И теперь осталось только побрызгать снегом. Это мы будем сделать вместе уже со следующей карточкой. Так, здесь мы можем добавить
вот такую кальку. Я уже ее показывала. Еще можно добавить вот листочек от календаря. Может даже лучше так, наверное. Давайте мы возьмем с вами карту. Добавим маленький кусочек вот сюда. Вот сюда. Так, и теперь можно приклеить вот эту карточку. Добавлю вырубку. И парочку снежиночек можно добавить. Давайте еще сюда небольшой кусочек кружева добавим. Так, все, делаем дырки. Так, теперь я хочу побрызгать снегом. Так же, как и до этого, закрываю основной сюжет, чтобы его все-таки было видно. Так. Беру щетку, краску и вот так вот брызгаю. Теперь это убираю. Итак, у нас готовы еще две карточки.